Опа, на кого мы попали? То парень к лесу мчится. Миша, татар казак. Любовь зарядила. Вот же. Алло. Ребята, всем привет, на связи Хижина Музыканты. Сейчас будет новый выпуск гитариста в русской чат-рулетке. Перед началом хотел сказать, что у меня вышла новая песня под названием «Меланхолия». Который раз меланхолия не даст мне покой. Я был предан тебе, чуть позже предан тобой. Песня доступна на всех музыкальных площадках, так что слушайте, добавляйте к себе. Ссылка для удобства будет в описании под этим видео. А также эту песню споем на всех моих сольных концертах. Список городов на экране. Билеты в описании. Приходите, это будет классно. Погнали. Привет. Что? Я вас видела в ТикТоке. Класс. А мы прямо сейчас находимся в шоу ТикТок. Да нет, шучу. Я просто немного удивлена. А, ну, нет, все нормально. А что я там делал в ТикТоке? На баяне, по-моему, вы играли. Вот, собственно, а где баян? Баяна нет. Значит, это не я. Да нет, это точно вы были. Ну, не знаю, может, показалось. А чем занимаетесь вообще? Визажист. Девушек крашу. Оу. Ну, поэтому так гладко волосы свисают, да? Делаю соцопрос здесь. Каких артистов слушаете? Я меломан. Я вообще все подряд слушаю, кроме тяжелого рока. Тяжелый рок я не люблю. Как насчет зверей? Звери. Вот звери, по-любому... У меня что-то есть. Что-то есть даже? Ну, посмотри тогда. Конечно, секундочку. Сейчас я... Топ-1 выберу, подождите. Интернет плохо грузит, сейчас, секунду. Глушат опять, да? Да. Тяжело в Москве жить, конечно. Дожди, пистолет и любовь. Точно, дожди, пистолет и любовь. Давай попробуем. Так. Извини, а можно вас снять на видео, если вы не против? Да, конечно. Ну, вдруг я всегда узнаю, мало ли человек против. А, ну... Пусть будет. Поехали. Не заплачу, не грузи, не утонет в речке мячик. От Versace эксклюзив, больше ничего не значит. Тук-тук, здравствуй, это я. Потерялся, ключ в кармане. Губы тают на губах. Не обманет, не обманет. Любовь зарядила. Дожди, пистолет и любовь зарядила. Холодное лето, не жалко, не жалко летит. Твой летный щелчок, зажигалки, дожди, пистолеты. Нам с тобой грустить нельзя, паровоз мой на веревках. Здравствуй, лето, без тебя. На стеклянных остановках разлетаются звеня. Мимо сердца, мимо-мимо капли летнего дождя. По витринам любовь зарядила дожди, пистолеты. Как ты так? Очень классно! Вы подняли мне настроение, спасибо вам за это. А что, было плохое? Ну да, было плохое. Сейчас получше, спасибо за это. А ну чё? Посмотри, какие штуки творит нейросеть! Действительно, чуть ли не каждый день мы слышим новости про искусственный интеллект и чат-GPT. Но что это такое? Чат-GPT появился не так давно, но уже полностью изменил такие сферы, как копирайтинг и программирование. А нейросеть для создания изображений стремительно меняет мир искусства. Например, артисты делают обложки к своим трекам при помощи нейросетей и даже пишут текста. Это все искусственный интеллект. Тоже не успели въехать в эту тему? Кругом все пользуются нейросетями, а вы будто бы отстали от них. Давайте нагонять, как разобраться во всем этом многообразии нейросетей и начать использовать их для своего блага, узнайте на бесплатном вебинаре от
от университета Zero Coder, где вам расскажут о том, как с помощью искусственного интеллекта повысить свою производительность и доход, сделать его бесплатным личным помощником в быту и как использовать его для написания текстов, переводов, составления резюме и многого другого. Освоить нейросети сегодня так же важно, как когда-то важно было научиться пользоваться интернетом и компьютером. Отставать ни в коем случае нельзя. Ссылка на бесплатный вебинар будет в описании под этим видео. Присоединяйтесь, вам понравится. Погнали дальше. Диан, давай сюда. Привет. Привет. Как дела? Если что, буду выпить. Хорошо. Что делаете? Жвачку жуете? Да. Ну-ка, бицуху покажи, ну-ка. Оу май. Я, короче, песни пою, знаете? Что у вас за любимый трек? Какой нужен? Может, какой-нибудь такой, знаешь, легкий, который все знают. А какой? Нет. Потом что еще? Нервы. Не, нервы нет. Тогда стиль скажи, хип-хоп там или чё? Хип-хоп, ничего. Хип-хоп. Играй, что хочешь. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумела гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот 18 лет, я хотел тебе просто понравиться, и как сумела гитаре сыграл. Зато все подряд, походу, получил. Отлично, нам классно. Нам понравилось очень сильно. А вы, типа, где, в колледже учитесь? В школе. Вы в 9-м? Да. О. Что, дальше планируете что-нибудь делать? Да нет, забеременеть вообще планирую. Забеременеть? Да. Прекрасный вариант. Конечно. Ну, я так услышал, О! Татарша білесіз мүні? Конечно. Мен жі татар қызы. Ого. Қайларда ешейсін? Түрменді. Түрменді. Жырлап алабыз мысын бір әнерсі? Давай. Уфтанма, ғымірлер, ескірдік, күтәдік, жол шешін көрсең де. Супер! Рахмет! А как зовут? Снежана. Пижама? Снежана. Снежана. Ага, что-то барахлит. Наушник, видимо. У вас нет наушника? По почте не скиньте? Почта России не пользуетесь, что ли? Нет. Wildberries кормит. Wildberries? Да. Понятно. Что, последний раз заказывала? Я не помню. Чекать будешь, что ли? Да. Мои покупки. Последние я покупала резинки для волос. А, ну, окей. Потом для волос. Для школы брюки, пенка для умывания, тоник для лица, гидрофильное масло, зеркало, духи, палетка, носки, штаны, кёллер,
массажер для головы, расческа, кофта, очки, еще кофта, юбка, кофта, кофта. Ё-моё, вот кто спонсирует Wildberries, оказывается. А чешки-то тебе для чего? Чешки? Чешки? Ну, что ты там сказали, сказала вот это? Массажер для головы, может? Нет, там что-то с обувью связанное было. Не, носки. Следки? Нет. Нет. Серьезно, а что я? Кёли, палетка для теней, зеркало. Вот же, палетка, я думал, да. Балетка. Балетом можешь занимать. Вот же, почти достаешь. А вы типа подруги, да? Да нет, типа так, каких-то левых девочек. С Wildberries? С Wildberries, да, да. А вы, собственно, девятиклассница? Девятиклассница. Пустые улицы, вдвоем с тобой куда-то мы идем. Я курю, а ты конфетки ешь. И светят фонари, давно ты говоришь, пойдем в кино, и я тебя зову в кабак, конечно. Девятиклассница. Ну, это так. Ей очень понравилось. А чё ж я не видел, как понравилось? Опа! На кого мы попали? А чего? Вот кого-кого тут я его не ожидала увидеть. У меня муж просто обожает тебя смотреть. Пожалуйста, сыграй что-нибудь. Но тут важный вопрос, что вы любите. Что, Юль? Давай. Сектор газа, давай. Сними. Давай. Можно мы тоже на видео это снимем, изначально? Твой звонок раздался ночью, я услышал в трубке голос твой, ведь я его так ждал. Ты о ссоре позабыла, ты о встрече попросила, да, так я это знал. Пусть одежду ветер рвет, ураган пускай ревет, я по твоим соскучился губам. Наплевать на ураган, наплевать на злой туман, но я приду, ведь ты моя судьба. Блин, ты реально крутой. Спасибо большое. Да ладно, спасибо вам за эмоции. Очень классно. Вы я откуда вообще сами? Ростов. Кайф. Значит, мужу привет передавайте. Хорошо, передадим. Обязательно. Спасибо большое. Да, хороший вечер. Давайте, пока-пока. Удачи тебе, пока. Спасибо. Блин, хочу это. О, привет! Привет! Что за пати у вас? Ну, просто общага. Пати, общежитие. Ну, здорово, здорово. А то я тут одну общагу уже спать уложил. Нам еще рано, у нас еще 10 часов. Нам еще. А, московское время? Получается так. Что-нибудь поем? Давайте. Да, мы умеем петь как раз. Ну да. Прям попали. Да. Ну, чтобы сверху. Спустим. Давайте. Так, а что будем петь? Я думаю, петь. Что хотите? Вот что душа скажет. Да. Что скажет душа, а мы, ну, по возможности. А вы такие, а мы не знаем эту песню. Да, так и бывает обычно. Ну, мы постараемся узнать, конечно. Ну, ладно. Ну уж наверняка слышали разочек-то. А нет, давай вот это. Не обращайте внимания, пожалуйста. Грохочет гром, сверкает молния в ночи, а на холме стоит безумец и кричит: сейчас поймаю тебя в сумку, и сверкать ты будешь ней. Мне так хочется, чтоб стала ты моей. Тупарик лесу мчится,
то более, то кручу. Все поймать стремится молнию. Молнию. Ого, там двуголосие уже, что ли, делаете? Да. Мы немножко умеем, потому что мы учимся. Просто вокалисты. Серьезно, у вас институт такой? Да. Бокальный? Ну, почти. Направление. Искусственный. А, искусственный, да-да-да. Искусственный. Какой курс? Пока первый. Ну, после колледжа, поэтому можно считать пятый. Потому что американскую войну. А у вас что, музыкальный колледж был? Училище, что ли? Да, мы сначала колледж, а теперь вуз. Мы вообще себя не жалеем. Мы решили страдать. Соревнуетесь с медиками, что ли, кто будет дольше? Ну, такие, да, мы 10 лет тоже решили поучиться, как бы, кто кого. Да-да-да. Пока вывозим мы. Одна не вошедшая реакция будет в моем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь, там много полезного, интересного. Например, все песни, которые я исполняю в чат-рулетках, вы сможете скачать в формате MP3 именно там. Там же найдете фото, близкое общение со мной, кружочки с места событий, с путешествий, так что... Классное место. Не забудьте послушать новый трек «Меланхолия», а также все остальные мои треки по ссылке в описании. Приходите на мои концерты, это будет незабываемо. Ну и до скорых встреч, пока.